сознание, значит, ну, время идет, сознание начинает. Мужчина нам плохо? Куху надо. Мужчина вам плохо? Или вам потряхивает за плечо. Не отвечает, сознание нет. Дыхание. Вот сразу говорите, сознание нет. Сознание. Скорую вызову. Значит, зову. Дыхание. Кого зовете? Помощник. Мужчине плохо. Кто-нибудь, подойдите, пожалуйста. Значит, спех. Никого нет. Я, значит, мне надо оценить дыхание. 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 Грудная клетка отсюда. Да, поднимаю шею. Поднимаете. Разгибаю шею. С подручных средств что-то я нахожу. Кладу шею. Создаю планик. Открываю. Да. Открываю. Открываю. Рот. Смотрю, очистить инородное тело, есть ли нет. Вот даже почистить. Протез тоже же снимают. Да, да, вот инородное тело есть. Ничего есть. Ой, ничего нет, у него все чисто. Выдвигаем. Если чисто. Выдвигаем нижнюю челюсть. Да. А, тут я уже отпускаю, да, руку? Валик же ищите. Валик, да. Да. Все чисто? Угу. Или лучше? Давайте я прочищу. Нижняя челюсть. Так, двигаю челюсть в этом положении. Я уже оцениваю экскурсию грудной. Оцениваю дыхание. Один, два, три, четыре, десять. Дыхания нет. Смотрю. Значит, дыхания нет. Кто-нибудь вызовите скорую, пожалуйста, реанимационную. Да. И правильно нужно вызвать обязательно, что говорить. Не дышит, начинаю реанимацию. И время. Начинаю реанимацию. Время 16.15. Значит, если человек у меня, я его уже выложила куда-нибудь. Вообще в идеале, когда только мы определили нет сознания, да, мы сразу должны на горизонтальную поверхность опустить, если у нас достаточно силы. Если человек тучный, оставляем его на том же месте. Но горизонтальное положение его должны перевести. Даже если нет, я стою на колени. Лицом. Лицом. Так, страдавшему. Так, у меня левая рука. Правая сначала. Ну, правая рука. Левша. Левша. У нас рабочая рука. Да, правильно? Да. Значит, находим. Центр грудной клетки. Середина. Середина. Грудной клетки. Центр грудной клетки, значит, между сосцевым мотором. Центр сосковой. Центр грудной клетки. Да. Середина межсосковой линии. Середина межсосковой линии. Вот вообще поднимите лицом не стали. Во-первых, да, поднимитесь так, чтобы вам это было удобно. Нашли опору обязательно, чтобы опора была. Так. Какая у нас должна быть ось? Вертикальная. Отклонилась. Одну треть. Ну, поехали. Раз. Не чистим. Не чистите. Один. Два. Не спешите. Один, два, один, два. Вот такой ритм. Один, два, один, два. Вот такой ритм. Глубже. У вас не хватает сил. Что? Нет, не тяжело. Я про это говорю. Поэтому для того, чтобы облегчить, вы просто нависнете вот опору. Делали. И начинаете работать как самбо телом. Вот, вот теперь правильно, не чистите. Не чистите. Глубже. Громко считаем. Всегда на команды. Всегда команды. Молодцы. Так. Три, два. Если меня нет, я значит не делаю. Ну, у вас есть. Лицевая маска достали. Достали, положила. Руку на лоб. Левую руку. Сперва маску положите правильно, клапан между зубами. Клапан между зубами. И фиксируйте. Давайте левую руку. Так, ладонью зафиксировали лоб.
Закрываем. Закрываем. Подбородок придерживайте. И два глубоких вдоха. По сути дела, наше выдох правильно говорить. Выдох. 2 секунды дали для выдоха. Угу. Смотрим на экскурсию грудной клетки. Достаточно. И еще раз начинаем. Повторите еще раз. Не забывайте, что надо делать очень быстро, четко. Хорошо. Считать не забывайте, хорошо? Да. Если у нас есть вентиляция, глубже. Слишком не отрывайтесь, у вас силы уходят вот на этот отрыв. Глубже, силы нет у вас. Яска, дайте расслабиться сердцу. Сделали, расслабили. Не чистим, не чистим, вот так вот, не чистим, не чистим, вот так вот. Давай задышал. Молодцы.